Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург, я в Обе, на Космонавтов. Вот это у нас оценочка, первый раз попадаю вот на такую оценку, чтобы что-то цвело в таком вот ракурсе. Ну, я думаю, что это цветет, но не процветает. Сейчас, ой, они, посмотрите, как политы. Я первый раз вижу такой полив сверху орхидеи. Видите, да, что все мокрое, как так поливать? Капец, там основание гниет. Видите? И сколько же здесь это стоит? 510 рублей. Я в шоке. Я в шоке, если честно. Я в шоке. Ой. Вот, мокрое, все мокрое. Я понимаю, ладно, там розы какие-то, там еще цветы. Но орхидеи так поливать, их вытаскивать... Бедненькая. То беленькие, беленькие, бедненькие. Ну, знаете, вот можно, конечно, найти, но оно и стоит 510 рублей. За 510 рублей можно найти в товарный день хорошую орхидею. Ну, вы посмотрите, да? Оценка 510 рублей. Охренели совсем. Давайте посмотрим, сколько же у них стоит не оценочка. Ну, так, давайте... Розы, ой, 89 рублей, все мокрое, все, вот все, ты сам мокнешь-то, нормально вообще? Ой. Да, давайте здесь поближе, потому что там неудобно смотреть. Так, 290, 300 рублей, ну вот еще ничего, ничего, такая красивая розочка, красивая. Пойдемте посмотрим, что там из неуцененки сногсшибательная и прекрасная. Ну, так, это ягуарчик, по-моему, да? Сейчас просто мешает. 1399 рублей в тубе. Ой, уже все руки перепачкала. Нет, не совсем, это не ягуар. Ой, какой красивый, посмотрите. Ой, какой ты красивый. Ой, даже здесь полили так сверху. Очумели. Обалдеть. Все, это вот шея 100% загниет, когда полив сверху. Ой, мама дорогая. Тут красивые цветы, но... Как же так можно? Все. Тоже быстренько здесь покажусь, пробегусь. Ой, представляю, такое букетище прям шикарное. Ну, вы сами видите, что ну, как-то так. Устипусик. Ой, кстати, вот у меня, по-моему, вот такая вот есть. Очень похоже. Нет, я думала, ароматит. Нет, основания, конечно. Но лист желтит правильный. 1200 мультифлор, очень хорошенькая такая, знаете, как цветы яблоньки, цветы яблоньки. Что интересно, здесь никогда валяется, что валяется здесь, никогда не попадались бабочки лично вот мне. Смотрите, аж стекает, аж стекает. Никогда ни бабочки, ни... Беглипы попадались, но бабочки нет. Ну, сами видите, да? О, такие стаканчики. То есть не стаканчики, а для цветов в горшке. Дын-дын-дын. Ну. Да, конечно. Здесь... Орхидеи не любят, ненавидят. Я прям таки вам скажу. Маленькие, это что-то с чем-то. Вы себе не... Что это? Это что это? Ты кто? Да ладно. Господи, кто это? Ой, она еще и пахнет.
За 600 рублей основание. Ой, с водой, с этой. Основание гниет. Ну кто же это, что это за фирма, которая просто на корню губит цветы? Вот цветочек, наконец-то я нашла, который действительно, который, а то я смотрю, думаю, что это цветашка, но это цветашка ароматит и очень здорово, 599 рублей, здесь маленькие представлены, замечательные, красивые, но они все, вот понимаете, все проблемные, даже вижу здесь Violet Queen, потом покажу. Ну, это, наверное, не Кембридж Ач. Хотя, нет, хотя это Кембридж Ач. Это у меня такая. И все, все, вот все. Основание у них гниет. Вот красивая орхидея. Боже, она какая красивая. Вот красивая орхидеечка. Вот прелесть просто. Но она не ароматит, но... Ой, да ладно, у нее нету второго стаканчика. Ой, как здорово. Так, основание... Что, мужчина, что вы так пугаете? Не надо. Нет, там основания есть. Видите, чернота. Ну, очень жалко. Посмотрите, какая эффектная конфетка. Это конфетка. Это... Господи, что ж так горланить-то? Давайте пока поближе рассмотрим. Ой, нежнятина, красавица. Леди, литл леди. О, здесь вот, боже, это она все льется. Ну что это? Дайте я вылью эту воду. Вообще, ну кто же это? Видите, основание уже гниет. Все, я эту воду... Ну, вода полностью не выливается, к сожалению. И там, ну, понятное дело, что там вода. Очень красивая орхидея, но. Все это орхидея. У меня руки все мокрые, понимаете? Вот на вытирашку. Так, как подобраться-то к тебе, солнце? Да что ж ты, мужчина, все кидаешься? Что у тебя? Ой, какая ты чудная милашка. Прям девочка, припевочка. Первый раз накрасилась помадой. Смотрите, все размазалось. Так, 669 рублей. Ну да ладно. Не, ну она красотка, вы посмотрите. Это, два цветоноса. Но два цветоноса, такое роскошество цветов. Есть фисташковые. Вот. Очень красиво. Вот люблю фисташковые. Ой, какая сейчас пока здесь. Давайте посмотрим. Это, наверное, консилиум. Или, сейчас, секунду, извините. Так, это у нас камбрия. Гибридная 1300. Ой, да что же вы, мужчина? Это не мужчина. Ой, какие там красивые. Боже, посмотрите. Тоже не пахнет? Пахнет, ароматит. Да, камбрии, они ароматят. Так, смотрим дальше. Ну, вот это, да, красотка. Ну, как же жалко. Вот они, вот Violet Queen. Сейчас мы до него доберемся. Ой, боже ты мой. Что же они все так залили-то? Смотрите, сейчас. 600 рублей. Основание, видите, гниет. И вот она, красавица. Violet Queen. У меня капризничает до сих пор. Какая вообще капризулька. Вот эта красотка у меня тоже есть. Вот такая есть, похоже. Нет, вот такой нет, а вот такая есть. Нет. Ну, здесь красавица никто. Ну, так жалко цветочки. Они вот в этой воде находятся. Ой, ну Violet Queen. Это Violet. Вот, видите, все гниет. Ой, все цветы испортили. Тоже красотка. Вот. Вот эти вот нравятся с оранжевой губой. Очень красивые. Так, давайте посмотрим, сколько стоит. Ну, наверное, 600. Да, 600 рублей стоит эта красота. Вот.
красивый. Это кадис. Это у меня такой есть. Не знаю, мне нравится кадис. Ой, вот это чуть не пропустила. Кто это у нас? Так, главное не пропустить. Посмотреть. Так, Камбрия тоже 1300. Сейчас лучше посмотрим на эту Камбрию. Ой, очень красивая. Эффектная такая, яркая. И ароматит. Вандочки. Вандочки здесь всегда дорогие. Так, кто ты у нас? Господи, боже мой. Боже, боже. На что себе похоже? Это вообще так бедные цветы. Давай поправлю тебе. Ой, какая вандочка красивая. Вандочка. Ну, уже отцветает, походу. Ой-ой-ой. 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 Это красотка. Да, вот эта вот, которую мы смотрели, 1300 она стоит. Но она красавица. Не ароматит, ароматит-то. Так, вот это. Конечно, эффектные, красивые камбрии, 1300. Ну хорошо, вот эти вот цветы. А чего же вы эти цветы не полили сверху, которые как раз можно поливать сверху? А они не политы. Вот. Доставать не буду так. Ой, очень красивая. Очень красивая, такая насыщенная, яркая, вкусный цвет. Так, сейчас. Это не кимоно. Есть что-нибудь? Нету. Ничего такого интересного я не вижу. Походу, это еще старый завоз. Просто я частенько посматриваю. Ой, как я видела. Такая, ой. Просто посматриваю на темные, которые могут быть бабочками. Но здесь вряд ли мы увидим что-то из этого. Ой, зацепилась, извините. Мусипусеньки, мусипусеньки мои. Ну вот это камбрия. Вот. Да, это что? 1200? Вот это вот. За 1200. Нормально? Да? Ну, для них, наверное, это нормально. Ну, что тут скажешь? 659 рублей. Нет, она не ароматит. Ой, как же ты мне нравишься. Ну, это, мне кажется, тоже камбрия. Не буду, она так держится неуверенно. Я представляю, сколько дендробиум стоит. Он такие огроменные. Так, дендробиум. Он не хочет вылезать. Ой, ой. Нет, он не вылезет. А вот который поменьше. Ну, конечно, надо же взять было, знаете, вот с той стороны, который 1439 рублей. Ну, вот что-то вот и необычного нет. Ничего необычного. Сногсшибательного и красивого. Все такие орхидеи. Ой, поэтому нам бедно. Ой, ну вот эта красота, видите, да? Мне такая, ой, какую. Ой, мы сейчас ее посмотрим вблизи. Мама, мама дорогая. Вот это я доставать не буду. А вот это вот так аккуратненько, дабы ничего не задеть. Ой, ой, ой. Ой, ты какая красавица. Я, кстати, видела в продаже. Такая красота. Какая она крупноцветковая, вы посмотрите. Цветонос так загнули. Цветы крупные, хорошие, красивые. Основание. Ну, что-то там черненькое, но мне кажется, это ничего страшного. 1600. Ой, какая эффектная. Это эффектная. И вот еще одна. Тоже крупноцветковая, красивая, обалденная. Ну, я понимаю, да, загнули цветонос, дабы такое, знаете,
Тут та же самая цена, 1600. Вот. Ага. Знаете, что-то вот из фантома, что ли. А вот там вот, ну, мне ее не достать будет. Сейчас я эту поставлю на место. Вот эту красоту. Боже, какая-то красивая. Вот. Ой, вот это. Так, что тут еще? Давайте посмотрим. Здесь такая малепусенька стоит. Такая маленькая, здесь одна. Что ты здесь стоишь, зая моя? Никто не берет тебя. Вот фисташковая. Такая крупнятина. Мне ее просто не подобраться будет. Сейчас я ее увеличу. Вот. И рядом красивая тоже. Вот. Ну, как-то так. Сами все видели, что в Оби ехать не стоит. Ну, только если кому-то надо на подарок крупный цветковый, красивый орхидей. Я считаю, такой лучше. Ой, вот это тоже красивое. Ой-ой-ой. Вот. Крупные цветы, красивые, большие. 1800 стоит. Ну, красивые, конечно. Это я так, знаете, скреплю мозгом, пытаюсь вспомнить название. Мне недавно говорили. Я не знаю, что мне делать со своей девичьей памятью. Так, беленькая, это, конечно, красотка, но ой, тебя я не хочу показать. Похочу вот эту вот. Давайте. Ой, главное, чтобы не упала. Ой, смотрите, какая красивая. Каждый цветочек по-разному цветет. Что-то сегодня мне. Так, сейчас поставлю эту аккуратненько, беленькую. Вот так, стой. Стой, стой, стой. Чтобы вас всех купили. Ну, это, конечно, из ряда фантастики, но все равно. Да. Ой. Ух ты, какая ты. Ух ты. Ух ты. Видите, да, красивая орхидея. 1399 рублей. Так, вот фиалочки. 209 рублей. Это мини. Это вот эти вот мини. 209 рублей. Голубенькие, конечно, чудесные. Очень красивый цвет. Голубой вот тоже присутствует. И здесь вот такая есть, которую я купила. Очень она мне нравится. Красивые орхидеи. Ой, орхидеи, говорю, фиалки. Ну, я как обычно. Розы. Вот эти маленькие совсем. 179 рублей. 279 рублей. Вот такие букетики красивые. Роз, конечно, на любой вкус. На любой цикламены. Так, цена. Ну, цветов море. Ой, глоксиния моя любимая. Вот она. Люблю глоксинию. Хризантема за 169 рублей. Смотрите, какая хорошенькая. Ну, посадить. Ух ты. Так, давайте посмотрим, сколько цена. Что они валяются все. 199 рублей, обалдеть. Ой, какая. Ой, какая. Почему же они все валяются-то? Все. Ой. Красотки. Смотрите. Ой-ой-ой. Красненькие, но они даже темно-красные, прям такие цвета крови, как-то на видео светлее смотрится. Угу. Очень красивые. Так, а они вот в этом прям уж. Так, а цена какая? Потому что так вот этикетка есть, а цена не указана. Интересно. Даже ой, какие кашпо. Мать моя женщина. Вот это да. Вот это да. Я, наверное, даже и не... Ой, даже стаскивать не буду. Тяжеленная.
Хризантема мультифлора. 269 рублей. Только на балконе посадил. Ой, какая красотка. Ой, какая ты. Так, 269 рублей. Красивый, беленько, видите? Все. Так, а вот 699 рублей. Вот этот вот такой. Посмотрите, здесь три разные хризантемы. Вот. И ящичка не посажена. Ну, я считаю, это нормально. Хорошая цена. 199 рублей. Георгины. Такие цветы мне не нужны. Ну, все равно. Давайте посмотрим. Почему не посмотрим? Оторвали. Оторвали. Такие маленькие. Так, ну что? Пеперуми. Угу. Ну все, все. Все, красота. Да, ты что, дистанция так разрослась. Вот. Так, вот сейчас, знаете, все иду и вспоминаю. Блин, ну хлорофитом все вспомнила. Вспомнила. Да ладно, 600. Около 700 рублей. Ничего себе. Вот это да. Вот это хлорофиту. Вот это цена. М? Господи, бедненький. Кто-то все вот... А, ну тут вот куст как раз традисканции. Даже тут, по-моему, Наташа есть. Да, вот она. 129 рублей. Хотя, не факт. Не факт, что Наташа. Не факт. Смотрю, как выбирать горшочек. Пеперуми все уже потерто, ценник не виден. Красота. Драцена. Драцена же, да? Драцена. 269 рублей. У меня есть драцена. Я купила те, которые я хотела. Поэтому успокоилась. Так, что-то у нас за клён чудесный. Сейчас очки одену, так не прочитать. Так, это фацхидера. 499 рублей. Тоси, фаци и хидера. Фацхидера. Интересная такая, закрученная, да? У нее листочки такие. Ну, вот так вот. Ну, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Всех благ вам, что все ваши желания исполнились. О, какие тут. Ну и берегите своих близких, мам, бабушек, дедушек. Мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разными вероисповеданиями. До новых встреч. До свидания.